У выхода главу Чечни ждут арабские журналисты. Рамзан Кадыров со свойственной ему открытостью отвечает на вопросы. Главное, я считаю, роль религии ислама и ислам, сообщества – это объединение всех конфессий. И мы призываем всех к миру, братству, единству. И наши определенные демократические государства, как называем себя, но ведут такую борьбу против мусульман, уничтожение мусульман, так можно сказать. Где они говорят, так они, там они начинают военные действия. А мы, мусульмане, просим, чтобы нас не убивали. Эта конференция, это, я думаю, что послужит содействие для того, чтобы укрепить дружеские, братские отношения между государствами и народами. Рамзан Ахматович, последний вопрос. Вот мы знаем, сколько вот чеченцев, русских семьи остались в Ближнем Востоке. Вашим инициативам проводятся такие, как только перевести эти семьи, вы возвращаете в Россию? Или это под вопросом решается? Нет, мы это вопрос, что решаем каждый ежедневно, ежечасно мы работаем и не будем останавливать, пока не привезем всех людей.